так уж губ шпойдом прям голова у меня. Нормально. Ой, надеюсь, ты прям сейчас не возьмешь, если не нападешь прямо на этой кровати на меня. Что ты такое несешь, блядь? Надеюсь, ты сейчас вот не разорвешь меня всю одежду, не растерзаешь меня прямо все. Что ты несешь, блядь? Ой, басмай, я просто первый раз так сегодня, если честно. Нормально, блядь. Сима, блядь, первый раз. Надеюсь, ты не воспользуешься тем, что я пьяненькая, и не позовешь меня в душ. Я не знаю, что ты несешь. Жасик. Что там, что случилось, Мирабелла? Надеюсь, я сейчас не засну и не проснусь утром в твоей рубашке. Да ты, блин, перестань, ты же мне как названа сестренка. Че? Какая названа сестренка? Ты че, вообще, что ли? Все, я поехала. Где мое пальто? Дай мне пальто мое. Все, я поехала вообще, не знаю. Такси закажи мне хотя бы вообще. Да ладно, ты че ты? Все, я поехала домой. Или че? Пацаны, я 2 года в Москве, поднялся, лямы сейчас зарабатываю. Красава. Ламборджини себе купил. Надо работать, пацаны. Пока вы бухали там, кайфовали, да, я работал. Я час в сутки сплю. Понимаете, сейчас лямы заработаю. Лямы, гостиницы свои, бизнес свои, заводы свои есть. Красава. Вот так надо. Понятно? Хватит, ребята, работать. Только работа вас сделает человеком, пацаны. Все, давай сегодня в самом дорогом ресторане. Давай. Я плачу. Все, от души. Я не понял, что за хуйня? Брат, извинки, просто там одноклассники стоят. Они сейчас уйдут, я вылезу, ладно? 5 минут, братан, пожалуйста. Пожалуйста, брат, 5 минут, я сейчас уйду, ладно? Классная машина, брат. Блин, извинки, пацан, сейчас. Они вот уходят сейчас. Сейчас, подожди, потерпи, брат, ладно? Потерпи. Если без шуток, в Узбекистане природа какая? Горы видели? Червак. Ну, конечно, красиво, но вы просто еще не видели наш казахстанский Чебулак. Опять вы за свое. А у нас Бухара. У нас Туркестан. А зато у нас Пахтакор. О, у нас тоже проблемы с футболом, блин. Зато у нас люди вежливые. И что это, по-вашему, вежливо, да? Сейчас, окей, разберемся. Окей, что? Вот здесь подтянуться, кали. Окей, узур. Вот здесь подтянуться, кали, окей? Кали. Мехману, да. Яплаш вол, или окей, формат из воли. Келин, мехман, бля, окей. Келин. Западлобо, масин, келин, окей. У вас на самом деле очень вежливые люди. Да, не говорится. Он еще и на плов пригласил. А, серьезно, что ли? Кито. Ничего себе, юма. Чувак, ты один из лучших, кого я знаю, поверь мне. This is for you, bro. I trust you, man. Послушай, you're good. You're the best. Trust me. You know, anything you do, you're just number one, man. Oh, my God. Просто thank you. Just continue, ты man. Лучше, this guy. Валера, я тебе так скажу. Да, перестань. Ты чистейшей души кристальный человек. Давай, лей. Да. Скажи ему. Вот это музыка. Да, мужик. Да, мужик, ты просто. Музик. За тебя, Валера. Давай. Души в тебе не чай. Наши пару? Долбоёб! Жесть! Сука! Мало! Вот Джуниор идет. Классно, да? Ты чё хромаешь? Ногу подвернул? Да нет, ё-моё, утром встал, прикиньте, в ванну иду, там в луже, представляете, в ванной. Да ну и чё, в луже, что ли, в ванну упал? Нет, оказывается, сосед затопил, ё-моё, я быстро вытерку, ещё помылся, сел в такси, еду этот, в горы поехал, в горы, там на сноуборд стою, там крутой же склон, же видели наши булаги. Вау, это как сальто замутил, короче. Упал, что ли? А, нет, нормально, встал опять на ноги, фух, и дальше, короче. Все, домой приехал вечер, в такси сел, домой приезжаю. Его за подъездом, прикинь, 3 пацана с пистолетом стоят. Да ну. Тебя что, пошмаляли, что ли? Да нет, да слушайте, ё-моё. Захожу, а как там фильм снимали, прикинь. Домой лег, короче, лег вечером. Все, думаю, все, устал. И как ногу прихватит, прикиньте. Да ну, и что это? Да я думаю, кости, да? Когда сальто делаете, помните, вот это вот на сноуборде рассказывал? Че, братан, ты оразу держишь, да? Да, держу. Базара, нет, хабл был сын. Че этот вчера что делал? Вчера на ифтар что кушал? Лагман. Лагман кушал? Какой? Гуйру и суйру? Гуйру, брат. Гуйру? А где кушал, где кушал? Дома. Дома с кем кушал? С родителями. С родителями? Да, ты че, прям все вот сидели, да, вот так кушали, да? Семейные. Вилкой, ложкой? Вилкой. Вилкой, а, классно. Потом что делал-то? Ну что, Амирас на Ясентай, на Компас поехал. Да ты че, Амирас, Ясентай, Компас, сколько ехал? Сколько? 80? Да. По Альфа-Раби, да? Да. Базар, нет. И че делали? Ну че, с пацанами поставили пообщаться. А, да? Да. Че одел ты? Спортивки поехал. А.
А сам что вообще, ты этот, козерог, да ты, телец? Все, брат, мне ехать, да, дела у меня есть. А, да, ты что? Все, конечно. Что за дела у тебя? Да так, есть дела свои. Свои там, да. Или чужие? Свои. Свои? Ладно тогда, что ты сейчас, прямо сейчас пойдешь? Да, брат, пойду. Все, давай, конечно. Все, давай. Брат! Оу! А что за дела? Ой, запарил. Все, коряки, давайте, квартира купался, молодцы, ага. Купи, народ. Стопудово в инстаграме, хочу этот конкурс, хочу квартиру от Габита, выиграли, вот теперь понтуются, купили где. Вау, у меня большой зал. Я себе дома все стены снесу, вот тебе и большой зал будет, 70 квадратных метров. Угу, и мы будем в однокомнатной квартире жить, да? Я хочешь, начинаешь тоже будем. Вау, у меня, Коля, 2 санузла. Я надо будет, я назло себе 3 санузла поставлю. Вот надо 7 мусорна еще поставим. Санузел, блин. Нашел чем понтоваться. О, смотри, у меня подъезд, говорит, видеонаблюдение, ё-моё. Ни одна мышка не проскочит. Эй, что тираю нашу, они еще не видели, блин. Соседку, ё-моё. Вот это вот видеонаблюдение, псонайк, ё-моё. Короче, твоим родственникам больше не поедем. Это вообще-то были твои родственники. Я тебе на будущее говорю. Вот ты постоянно бубнишь и бубнишь. Ба-ба-ба-ба-ба-ба. А вот джабу майдики, ё-моё. Джуниор, твой казахский друг. Че, братан, пойдем? Зайдешь? Да не, брат, я здесь подожду. Да, братан, быстро, поздороваемся и выйдем. Недолго там, да? Да недолго, братан, быстро. Че, Макс, может, поедем? Тамар шықпетін дар, тамақ тайы болып қалды. Да, братан, ұят болады, надо покушать. Хорошо. Че, может, поедем уже, да? Кеш болды уже, балам, қонып кетін дар. Төсек салып қойдым. Братан, ее отпила, да, надо остаться. Эй, Макс, Макс, вставай, уже утро, поехали. Эй, куда поехали? Там ахтай можно было? Да, братан, ее отпила, надо покушать. Эй, братан, все, поехали. Сейчас, брат, да, смотрю быстро. Эй, братан, уже третий день здесь ночуем, ее отпила, поехали. То поехали, то оставайся. Звук пос... Зюлочка по-казахски. Блин, Нурбек, ты такой классный, Сиданка просто атас. Ну ты вообще как Золушка. И вообще, Лаурка, знаешь, я давно хотел тебе сказать очень кое-что, да? Ну, важное, но никак не могу это сказать, не знаю, волнуюсь что ли. Сагат уже 12 часов, блин, сейчас же общака закроется, блин. Давай, ладно, Нурбек, я побежала. Я побежала, Нурбек, не ищи меня. Лаура, Нурбек, не беги за мной. Она что, кроссовки забыла? Блин, кроссовок забыла, блин, а? Надеюсь, она у Бузала дотукается, что я ему специально ставила. Если он суженый мой, то найдет меня. А-а-а, она, наверное, специально мне оставила, чтобы я ее нашел по кроссовку. Только вот 41 размер, это же самый ходовой. Как я найду ее? А-а-а, по запаху. Блин, такой вопрос. Вот спасибо за чай, да, Шамиль. Классно все было, так все уютно, гармонично в семье. В чем секрет? Вот у вас жена так сидит молча, дети спокойно, так прям чувствуется, что они вас боятся, какое-то уважение есть к вам. Как вот, расскажите эту формулу, а? Как нам? Миржан, все очень серьезно. На корабле один капитан. Ага, один капитан. В компании один директор. Один директор. Дома один хозяин. Все, один хозяин. Как только женился, брат, сразу нужно держать вот так. Вот так, да? Все. И не отпускать ни год, ни 10, ни 20. Шамиль, уже поздно. Детей укладывай, посуду помой, зубы почисти и спать. Миржан, все равно вот так держи. Вот так, да. Брат, салам алейкум. 5 дней без хлеба, там сейчас еще это, ключи отобрали, хату отобрали, все отобрали. Потуха, денег есть? Надо. Нет, дай прокатиться просто на Ламборджини. Мне денег не надо, прокатнусь и все. Ты тоже, да, брат, без денег? Тоже катаешься, да, брат? Да, на работе. Отлично. Здорово. Здравствуйте, а можно сфоткаться? Ё-моё, вы что, преследуете его? Брат, список там есть, пацаны. Серьезно? Да, там список, запишитесь. Где-то пацанчик здесь ходит. Асхат, запиши их!